Это радио несет миссию создания основы для того, чтобы все народы, которые живут в Карабахском регионе, они обеспечить им мирное сосуществование. У нас было очень много людей из Шуши, из Карабаха. Они все нам рассказывали про свои воспоминания и про 8 мая. А также мы говорили про развитие региона, про развитие не только Шуши, а также и других районов.